спиною моей тучи. А Тимур был из нас самый лучший, жил с такой отвагою дерзкой. Ни грузин и ни русский советский, мы предали и землю, и небо. Перед подлостью были мы немы, но Тимур был из нас самый лучший. Он пробил эти черные тучи, доказал, что людьми быть не поздно, а за тучами солнце и звезды. Видишь, Су пролетел 33-й, у Тимура жена есть и дети, а еще есть страна дорогая и планета Земля голубая. Так давайте, друзья, станем лучше, только вместе пробить можно тучи. А Тимур указал нам дорогу через тучи и тернии к Богу. Thank you.
Александр Алексеевич Гатурин, Андрей
На татаме номер два готовятся Шевченко Иван Юкидович, Кузинов Данил Сокольев. Thank you.
Давай!
и будут обладать. Thank you.
Некрасова Ивана нету в победе. На татами номер два. Выходит Арелин Иван, Муравьев Матвей. Готовится Шевченко Кирилл, Харченко Сергей. Татами номер два. Thank you.
Ввиду неявки соперника, Фокина Вероника одержит победу. Поздравляю Елена Анисимова-Ладова, которая единоверная.
Thank you.
Thank you.
Куликова Полина, отец Украины. Thank you.
На татами нам нужна дополнительная время. Thank you.
Thank you.
Thank you.
преодолевая, превращая Марлинца, Даниил, Селева, Семен. Готовятся Павла, Дмитрий, Кура, Кайтар. Thank you.